Сегодня 17 декабря 2013 года. Мы в городе Зеленограде. Историческое событие. Открыт разворот под мостом. Вот наш новый мост. Вот здание Клюшка. Здание МИЭТ. Площадь МИЭТ. И мы видим, что из-под моста выезжает машина. С той стороны можно поехать под мост, развернуться и выехать с этой стороны. Ну, в общем-то, достаточно серьезное событие для города. Это позволит подразгрузить узел, дорожный узел около горсовета. Еще раз вернусь к теме разворота под мостом. Очень важное место, очень нужное, скажем так, вот это самое место, этот разворот, потому что, двигаясь со стороны Крюкова, нужно было проезжать до горсовета, и только там можно было развернуться, если вам нужно было подъехать, например, к МИЭТу. А сейчас это все можно сделать гораздо проще, быстрее и удобнее. Ну что ж, что-то в городе меняется в лучшую сторону. Приятно. Еще раз про это же место. Вот мост был, старый мост на этом месте раньше был, а года три назад нам сделали первую половину нового моста. Вот здесь вот он шел, вот этот, видно, что эта дорога, она работала две стороны. В этом году закончили вторую половину моста в достаточно спешном порядке, и мы теперь имеем современный мост через городской пруд. В общем-то, что тоже повлияло на комфортность движения автотранспорта. Еще раз взгляд на разворот под мостом. Направо идет дорога к гостевому дому, так называемому. Раньше здесь был гостевой дом города Зеленограда, сейчас какое-то частное владение. И дорога идет прямо к МИЭТу. Утром еще она была закрыта, но хочу напомнить, я это видел, она была зарешечена. А к вечеру здесь уже открыли движение. Еще один примечательный объект города — это аквапарк. Ну, здесь задумался аквапарк. Года два стоял недострой, сейчас опять-таки активно ведутся работы. Он явно сокращен, меньше, чем планировался, сделан. Но ведется отделка, остекление, и, наверное, скоро его сдадут в эксплуатацию. Перед нами горсовет, праздничная елка и пешеходный переход над дорогой. Я в свое время с этого же места снимал начало его строительства прошлым летом. И вот через год, два, ну вернее, мы год уже им пользуемся. Он тоже был завершен достаточно в высоком темпе. Очень удобно для пешеходов. И опять же разгрузил дорогу. Убрали нижний пешеходный переход, который затруднял движение людей. Ну а это горсовет, наша знаменитая башня. И вот автоматический вид. Ну и еще один завершающий взгляд на это место. Горсовет, елка, скоро Новый год. Декабрь 13 года, напоминаю сейчас. И вот мы видим, как машина движется по построенному мосту. И где-то там разворот. С той стороны моста у МИЭТа, который открыли сегодня, 17 декабря 2013 года.